Лавочки во дворе подождут. С программой 50+. Шоколад, говорят ученые, образованию гормонов счастья способствует, но есть для поднятия настроения и менее калорийный способ, а точнее тот, который и вовсе калории сжигает. Эндорфины начинают появляться в крови, например, через 20 минут спокойного бега. И любые занятия физкультурой, по словам Галины Марковой, главного внештатного специалиста регионального Минздрава по иммунопрофилактике, приносят множество положительных изменений. Во-первых, это улучшает ток лимфы по сосудам, соответственно, лучше идет очищение организма, а также намного быстрее идет доступ из лимфоузлов через лимфу в кровь готовых антител. То есть то, что нас намного быстрее защищает от инфекций, с которой мы с вами сталкиваемся ежедневно. Но тут главное не перестараться. Тренироваться нужно в свое удовольствие. Тем более, что полезны только умеренные нагрузки, предупреждает Галина Маркова. И ведь занятий тоже нужно выбирать правильно. Для того, чтобы понять, насколько полезны или вредны для вас те или иные физические нагрузки, существует комплекс анализов, которые можно сдать до того, как вы собираетесь заниматься какими-то упражнениями. Общий анализ крови, общий анализ мочи. Также смотрят биохимические показатели. То есть вы можете обратиться к терапевту участковому с тем, чтобы сдать основные анализы и гормоны. Также будут полезно сдать гормоны щитовидной железы и гормоны надпочечников, потому что именно надпочечники отвечают у нас за устойчивость к стрессу, поэтому сдать кортизол в данной ситуации будет очень даже полезно. Одним из самых безопасных и полезных видов занятий является дыхательная гимнастика, считает специалист. Дыхательная гимнастика предусматривает более 1000 дыхательных движений за весь комплекс. В этом плане мне нравятся гимнастики по Стрельниковой и по Бутейко, потому что они профилактируют частые респираторные заболевания, они способствуют тому, чтобы увеличивалась микроциркуляция всех органов и систем, и таким образом организм оздоравливается. Заниматься физкультурой можно в одиночестве. Утренняя зарядка, например, привычка отличная. Но тренировки в группах, говорят врачи, для поднятия и иммунитета, и настроения еще более полезны. Ведь здесь не только спорт, но и общение. А радость – это первая профилактика болезней. Есть много фитнес-групп, есть йога. Танцы хороши тем, что нужно запомнить движение и выполнить его красиво. Соответственно, это затрагивает нас ресурс нервной системы. И таким образом более гармонично человек себя чувствует. И это дает отвлечение от наших обыденных проблем, потому что приходится переключаться, запоминать движения, еще пытаться их сделать красиво. Поэтому я, конечно, на стороне танцев, я сама занимаюсь и всем очень даже рекомендую. Каждый взрослый по статистике за год болеет простудой и ОРВИ как минимум 2 раза. Те, кто регулярно занимаются спортом, болеют на 45% реже. А прибавленное к этому закаливание еще больше усиливает профилактику болезни, говорит Галина Маркова. Это эффективные регулярные прогулки на свежем воздухе. Это очень важно. Минимум час в день нужно гулять обязательно. Если позволяет здоровье, конечно же, это и контрастный душ, или обливание, или хотя бы контраст на ноги. Не обязательно ведь лед и пламя, не обязательно низкие и высокие температуры. Удобная для вас чуть тепленькая водичка, погорячее, это расширяет рамки адаптации, и, соответственно, в период высокой заболеваемости, смены сезона, вы будете более защищены от инфекции. Мы не замечаем, что у нас есть здоровье, пока не лишаемся его. Не замечать и дальше, и полной жизнью жить поможет спорт. О том, как осуществить свои мечты, когда тебе за 50, рассказывала Мария Кожевникова. 50+. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.